Приветствую вас, дорогие друзья! С вами на связи Викана. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, не забывайте, чтобы не пропустить какие-то новости, расклады. Ну, зачем-то все-таки вы заходите на мой канал, да, значит, что-то вас может интересовать в будущем, а что-то даже может пригодиться. Поэтому сегодня я хочу опять вернуться к теме отношений. Как правило, есть мужчина, есть отношения. Как бы все и хорошо, да? Но вот хочется заглянуть с той стороны все-таки, как себя мужчина чувствует по отношению к вам. И вот как он себя чувствует по отношению к вам именно сегодня, вот в настоящее время. Потому что, вы знаете, я всегда говорю, что к любому мужчине есть определенная какая-то инструкция, да, как бы он себя ни вел, все равно нужно знать, как всем этим нужно управлять, как с этим обращаться, какой подход иметь, это самое главное. Почему в своих консультациях я не просто ко мне, когда люди обращаются, я говорю, сейчас я вам там 5-6 карт разложу и все, просто вам скажу, что они значат. И вот думайте, как хотите дальше. Нет, мои консультации очень объемные, мои консультации очень такие интересные. Даже когда мы на час, собственно говоря, заходим, да, люди просто не могут оторваться, им хочется больше, больше, больше знать. Почему? Потому что первым делом я смотрю дату рождения, смотрю качество. По своим каналам, конечно, смотрю, у меня свои секреты. Смотрю, насколько человек пришел во Вселенную, какие его направления, его миссия, какие он должен исполнять свои обязанности, функции, да, что ему важно в этой жизни, что не важно. И это, я вас уверяю, играет большую роль даже в отношениях. Вот, например, если человек отшельник, да, по судьбе, то у этого человека всеми фибрами души, как бы он ни старался, может не получить создание семьи. Либо он будет метаться с одной стороны в другую, с одной женщиной к другой, но судьба не будет давать ему все-таки создать эту семью. Даже таким людям, как часто могут и дети-то не даваться. И поэтому по датам рождения, по сущности человека можно узнать. Либо энергии могут быть разные у людей. Женщина очень сильная энергия, а мужчина очень слабая энергия. Но это тоже я смотрю по миссии, по чертам характера. Вот эти мы сначала выясняем, прежде чем смотреть расклад. Мы сначала выясняем, либо мы можем после расклада посмотреть. Но в принципе я всегда с этого начинаю. Потому что, когда женщина говорит, да я знаю этого мужчину, как облупленную, как говорят, как свои 5 пальцев, нет, ничего вы не знаете. И знать вы про него не сможете ничего, потому что человек даже про себя ничего не знает. На что он, извините меня, способен форс-мажорных обстоятельств такое выдать, что и сам и не ожидал, что он на такое способен. В таком случае, как же мы можем знать своего партнера? Никто никого не знает. Скрытых способностей людей великое множество. И поэтому никогда нельзя говорить. Вот уже маг нам выпадает. Нужно начинать подсказывать. Вот. И поэтому никогда нельзя говорить на людей, что вы их знаете, как свои 5 пальцев. Такого не бывает. И поэтому, когда я делаю расклад, я еще раз говорю, я открываю истину. И уже до расклада может быть четко понятна совместимость, есть людей, либо нет совместимость. С чем человек пришел в этот мир один, и с чем человек пришел в этот мир другой. И исходя из этого, можно, конечно, подобрать ключики к человеку. Как с ним обращаться, какой иметь подход. Если ты сильно любишь человека, сильно любишь мужчину, ты хотя бы будешь понимать его суть, что он из себя представляет, и как к нему можно им руководить, либо подобрать какие-то методы влияния, да, либо дорожку к нему проложить, с какой стороны. А потом мы уже делаем расклад, мы смотрим уже, что же будет происходить в этих отношениях, да? Как Вселенная, как я говорю, не то, что там, что у вас будет. Я говорю, вот ваше будущее, каким это будущее все-таки хочет стать. Что оно хочет, это будущее от вас. Если, конечно, вы хотите, чтобы все это продолжалось, конечно, нужно действовать в данном ключе, идти по данной дороге. Если вы хотите, чтобы все это прекратилось, вы это можете прекратить. Все в вашей воле. Ничего, собственно говоря, особо-то у нас и ну, печать-то на лбу не стоит ни у кого, что ты такое, ты такое. Поэтому по поводу раскладов я сейчас
не могу посмотреть вашего партнера по дате рождения, потому что я его не вижу. Но я покажу, как этот расклад делается. Как же мы все-таки можем подсмотреть, да, что из себя человек представляет, как он к вам относится. И, может быть, нам карта подсказывает все-таки, как строить отношения, как с ним вести, с этим человеком, даже несмотря на то, что он с вами как думает о вас и как он себя с вами ведет. Вот давайте посмотрим. Вот на примере вот этого расклада. Кто хочет, берите своего мужчину в мысли, как говорится, к себе и подключайтесь. Имя, цвет глаз, глаза, зеркало души, я всегда так говорю. Подключаемся. Вспоминаем последний раз, когда его увидели. Последние такие крайние моменты, не последние, последнее плохое слово, крайние моменты. Энергию до этих отношений, что у вас последний, ну, крайний момент было. И сейчас будем смотреть. Сейчас я колоду немножечко раскину. Еще раз говорю, долго колоду я никогда не раскидываю, потому что смысла нет, карты все равно лягут так, как им суждено лечь. Хоть ты ее спрячь в начало колоды, хоть в конец, все равно эта карта выйдет, если она суждена. Как правило, конечно, прошу назвать мне обычно карту какую-нибудь от души, от 1 там, до 50 или от 1 до 70 или от 1 до 30. И человек, когда называет мне эту карту, я, соответственно, с нее начинаю. Но так как нет такой сейчас возможности, я просто буду из колоды любую доставать. Итак, каким мужчина видит отношения на самом деле ваши? Вот ваши с ним. Как он их оценивает? С какой, как говорится, колокольни он на них смотрит, да, что ему кажется, что-то не кажется, какую, в принципе, он дает оценку вашим отношениям. Далее, какие все-таки чувства его к вам, что движет его сердцем, что движет его душой, какие у него цели на вас, да, здесь может показать все, что угодно, карта, сразу говорю, а даже может не показать, что вы хотите знать, а карты, как правило, могут даже показывать основную, главную информацию, которую надо знать в первую очередь. Как ведет ваш мужчина по отношению к вам, несмотря на его мысли и чувства, все-таки что он может выдавать своими поступками? Здесь тоже посмотрим, будем толковать то, что мы увидим. Как-то я их криво складываю, вот так, наверное, удобнее, да? Потому что монитор расположен у меня определенным образом сейчас. Под наклоном будем смотреть. И в итоге, как же строить отношения с таким мужчиной, да, несмотря вот на все, что мы здесь увидим? Может быть, есть какие-то рекомендации, нам карты дадут, может быть, не дадут. Жаль, конечно, что я не вижу сейчас дату рождения вашего мужчины, это очень жаль. Я вам очень много про него рассказала. Впрочем, так же, как и про вас, потому что люди говорят, я не знаю. Ничего вы про себя совершенно не знаете, никто. Но это легко посмотреть. И очень много параметров. Даже я вычисляю карму, по карме очень часто видно совместимость пары. Совместимость пары. Честно говоря, слово карма терпеть не могу. Но вот есть такое сочетание по знакам зодиаков. И, ну, они как-то 60% знаки зодиака все-таки считаются для меня. Потому что там 30% все-таки какой семье вы выросли, воспитание. Это большую роль накладывает на все это. Поэтому давайте лучше не будем много говорить, начнем карты открывать. Если кто-то хочет подключиться со своим мужчиной, подключайтесь, будем смотреть. Не зря же вы зашли сюда, значит, это какой-то все-таки знак. Мы ищем, всегда говорю в своей консультации. Если вы ищете какие-то знаки, они к вам приходят в виде там баннеров на улице, да, в виде каких-то фильмов, в виде каких-то подсказок, либо куда-то зашли, что-то увидите, да, увидели какой-то расклад, действительно, как сейчас. Соответственно, можно как-то пристроиться со своей ситуацией и посмотреть, как на онлайн-гадание. Каким он видит ваши отношения все-таки? Далее. Какие его чувства к вам? Что движет его сердцем? Как ведет себя партнер? Несмотря на его мысли и чувства. И как вести себя в этих отношениях с ним, с этим партнером? Итак, какими все-таки он видит отношения? Чего он ожидает от вас? Как он их оценивает? Ну, в принципе, я вижу рогатого. Рогатый аркан дьявола.
На самом деле, у него очень большие ожидания. Огонь горит в его груди. Знаете, как раскаленная печка такая. Он часто о вас думает. Вы ему даже снитесь. Вы его возбуждаете, сразу говорю. Ну, просто такой мужчина, вот как видите, товарищ, да, с рогами, вот он сейчас такой. У него масса таких планов, масса сексуальных даже на вас каких-то таких вот планов, что, может быть, с вами что-то там проделать, как говорится, такое эдакое. Вы такой человек, на котором он то, что даже и мечтал когда-то привести в других женщинах, я про секс говорю, на других женщинах как-то, но они его не вдохновляли на это, а вы его на это очень даже вдохновляете. Женщина вдохновляет на это. Вот. И он ожидает от вас такой бурной, наверное, сексуальной все-таки активности. Плюс еще эта карта говорит о том, что человек к вам уже начинает привязываться. Он привязан уже, это какое-то пристрастие, какая-то маниакальная такая зависимость у него к вам появилась. Вот. И поэтому он тоже самое надеется, что вы тоже к нему привяжетесь и будете, как говорится, отвечать на его чувства. Но это повышенная такая активность. Я так думаю, что если захотите расстаться с этим человеком, это будет очень сложно. Ну так, кто захочет расстаться в будущем. Хотя вибрация, конечно, меняется, но на данный момент он видит ваши отношения достаточно такими горячими, такими активными. И вот это он и так видит. Мы же не знаем, как вы к нему относитесь, да? Мужчина просто горит огнем по отношению к вам и днем, и ночью. Ну, про любовь здесь я, конечно, меньше могу сказать, да, что он вас любит. Он пока основывается на свои мужские инстинкты, но они в нем играют такую огромную бурю. Как вот при виде вас его просто очень возбуждаете, и он там внутри. Мужчины не всегда рассказывают об этом. Они сохраняют спокойный такой достойный вид. Но внутри прям, говорит, схватил бы, съел бы сейчас. Далее. Вот тут мы даже о чувствах уже поговорили. Ну вот оценивает он вас вот так, да? А вот его чувства и что движет его сердце. Королева Пентаклей. Чувства у него достаточно, я смотрю, к вам серьезные уже появляются. Королева Пентаклей, дама самостоятельная. И он видит вас, если честно, основательным таким человеком. Серьезный такой, с которой шутки плохи. А вы воплощение такой женщины в его образе. Достаточно такой, с которой, знаете, как говорится, с огнем лучше не шутить. И он это понимает. И он понимает, что с вами он может быть счастлив, и с вами он материально и финансово, как говорится, фундаментальная такая пентаклевая масть, что он может создать с вами очень хорошее будущее, как жены, как матери, что на вас можно положиться. Это вот уже его чувство, несмотря на то, что он уже и горит. По всей видимости, у него все-таки все это соединяется в одно единое, и мужчина не просто так будет гореть к женщине, как говорится, пылать огнем. Как говорится, там воедино все соединяется. И такой коктейль получается мощный. И движет его сердце действительно очень серьезные чувства к вам, вот насколько я вижу. И сейчас мы еще дальше, возможно, вернемся к этим картам, потому что когда расклад открывается, мы будем неоднократно, я очень часто возвращаюсь, потому что, знаете, говорится, все вело именно к этому, что мы видим дальше. Все, одна карта подтверждает другую, события у нас постепенно развиваются. А почему развиваются, мы иногда возвращаемся назад. Смотрим те карты, которые были в начале. Как же он ведет с вами очень часто и хотел бы вести, несмотря на все мысли и чувства? Вопрос в следующем. Это туз мечей. Он может с вами вести себя достаточно резко, говорить какие-то резкие слова, говорить какие-то резкие, делать поступки, может даже очень сильно ревновать. А почему? Возвращаемся к аркану дьявола. Вы понимаете, когда у человека очень сильная страсть к женщине, и он ее очень сильно любит, он может впуститься во все тяжкие, он будет защищать себя, свою любовь, свое отношение всеми любыми способами. Он поставил забор. И он бы не хотел вас выпускать из-за этого забора. И любой выход из зоны комфорта вас и его, он будет рубить всех на подряд.
любого конкурента своего, да, он просто мечом, извините меня, просто по голове, или как он там думает, да. Любой ваш выход из зоны комфорта, куда-то вы далеко от него ушли, он будет вас преследовать, он будет говорить какие-то вещи. Возможно, мужчина еще не научился проявлять свою любовь, потому что товарищ может мешать проявлять свою любовь. Может быть, неумело, потому что когда человек горит в огне, в страсти, он не видит очень много адекватных таких вещей. И туз мечей здесь показывает, что он достаточно в таком, вот опять возвращаемся сюда, достаточно в таком боевом настроении, что если это мое, я никому это не отдам. И сражаться за это буду достаточно, и тем самым может даже вас обижать. Потому что мужчины ревнующие, они могут затевать скандалы, какие-то ссоры, да, подозрения, тем самым действительно обижая женщину своим поведением. Вот так бывает на самом деле. И как же все-таки вам вести себя с этим человеком? Я вижу, что пустые хлопоты в плане того, почему пустые хлопоты, все ваши действия по отношению к нему могут быть совершенно пустыми. Почему? Потому что в будущем отношения вам могут принести очень много неприятных моментов. Если вы сейчас не подумайте об этом, то далее все вот это, что мы сейчас видим, может превратиться в огненную гиену. Это достаточно серьезно. Либо вы сейчас ставите перед ним свои, как говорится, планы, свои цели, и их отстаиваете, да? Потому что все, что я вижу на этой карте, может оказаться бессмысленным. Я просто сейчас эта карта нам показывает, что может произойти дальше. Если вы себя будете вести таким образом, будете ему подчиняться и идти на все его условия. Почему? Потому что он видит вас такую женщину, и он считает, что с вами нужно вести только так. Если бы он видел бы какую-то хрупкую такую, там, например, королеву чаш, он бы вел бы себя, соответственно, что-то вам, не дай бог, не сломать, ничего-то не сделать. Но он видит вас какого-то все-таки партнера по любви, да, такую сильную женщину, да, такую волевую. И он думает, что вас можно только вот таким образом охранять рядом с собой. И поэтому, если вы все эти ценности не пересмотрите, вот этих отношений, ваши отношения просто могут впустую пролететь. Возможно, вы совершенно другая внутри. Ему это надо доказать, что вы не такая резкая, не такая основательная дама, да, потому что вы можете на работе быть такой резкой, основательной, такой мощной женщиной, да, но в отношениях надо одевать совершенно другую маску и показать ему, что вы достаточно хрустальная, достаточно женственная, и с вами нужно обращаться немножко по-другому, и вселить в него доверие, иначе отношения действительно могут пойти не по той траектории, как говорится, вы просто можете потерять оба все. Вот так надо вести, просто действительно поговорить с ним и рассказать. Ну вот еще раз объясняю, он вас видит в ключе другой совершенно женщины. Вот тут в чем вопрос. И в этом надо разбираться, как в любых других раскладах и в любых других ситуациях. Потому что эта карта уже лежит просто перспективы. Не то, что как себя с ним вести. Эта карта показывает, как правило, если карта показывает негативный прогноз, да, что отношения могут разладиться, нужно просто противоположно понять, что нужно делать в этих отношениях. И знаете, как обычно я говорю, выставил он ножку, говорит вам, там я там вот это самое, а вы ему ножку в ответ выставляете, говорит, а я вот такая. Ты вот такой, я вот такая. И, пожалуйста, никаких заблуждений в этих отношениях быть не должно. Никаких заблуждений. Сразу выяснять. Иначе этот огонь может спалить просто всю вашу пару, все ваши отношения. Не нравится мне вот этот туз мечей, очень не нравится. Вот такой расклад я вам показала. С него, конечно, можно сделать выводы. Очень такие достаточно серьезные. Но, опять же, объясняю, что любые расклады надо смотреть чисто индивидуально. По каждому конкретному человеку, знать его имя, соответственно, знать его параметры рождения. И это уже мы будем рассматривать в более таком глубоком ключе.
Вот такой расклад на отношения я сегодня показала. Кому нужен такой расклад, либо другой расклад, который я там выкладываю, у них масса этих раскладов, масса вариантов и вариаций. Вы можете заказать этот расклад у меня. Контакты у меня в личном чате под моим видео, все есть. Пишите на Viber, на WhatsApp, только не нужно звонить, потому что я могу быть занята, могу проводить консультации, не могу вам ответить. Вот такая для вас информация, мои дорогие. Кому нужно, обращайтесь, не стесняйтесь, будем разбираться. Я веду по Viber голосовую связь, я показываю, все транслирую, вы все будете видеть либо по WhatsApp. Также делаю видео, расклад на видео, делаю видеоролик. Это по желанию дополнительно делаю видеоролик, вам записываю, можете в любой момент его всегда посмотреть, этот видеоролик. Буквально вот недавно я делала последний раз видеоролик женщине, она посмотрела, потом второй день еще раз посмотрела, и на третий день еще раз его просмотрела, и только потом поняла, в чем дело. Почему? Потому что это нужно просмотреть не один раз, вдуматься в каждую карту, да? Потому что когда человеку делаешь расклад, вот он пришел тебе, ты сделал расклад, он идет, у него из головы все это выветривается. Когда у тебя перед глазами видеоролик, ты все это видишь, ты все еще раз просмотрел, и до тебя начинает доходить уже информация. Зрительно через глаза мы получаем очень много импульсов и большую информацию. Это нужно понимать. Поэтому я делаю видеоролики. Видеоролик – это очень удобно даже для тех, кто в данный момент, когда мы договариваемся о консультации, не может выйти на связь в этот момент. Я делаю ролик, высылаю человека, и человек, как говорится, смотрит этот видеоролик в удобное для него время, и не один раз. А так, в принципе, да, делаю расклад и дополнительно каждую карту разжевываем, каждую карту трактуем, и все увидим, разберемся, отвечаю на все вопросы, даю рекомендации. Будет очень интересно и познавательно. Так что, дорогие мои, еще раз говорю, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, ничего не пропускайте, ставьте лайки, буду благодарна за обратную связь. Всего доброго, до следующей встречи, удачи вам, друзья!